Встречаем бурными аплодисментами команду «Голубые голуби» внутри «Голубых голубей». Первый день весны на краешке земли нечаянно мы встретились с тобою, чтобы сходить на фестиваль. Но нас погубил Дедлайн! Это история о криминальных беспредельщиках, которые пойдут на что угодно ради грязных денег в своих карманах. В новом выпуске «Загадка дыры»! Раньше группировка «Железные рукава» оживали рынки. Сейчас они занимаются заказами сверху. На этот раз они собираются прикрыть лавочку одного из сибирских фестивалей – Дайно-Мацури. Что же движет этими беспредельщиками? Пора пролить на это дело чистую водицу. Здрасте, здрасте. Я вот на свою зарплату 2 билета купил на это мероприятие. Особо туда свою пригласить хочу. Это не свидание, но как бы встречу, но на свидание, да. Я окончательно пробьюсь. Я вот ей скажу, что она моя вайф. Слушайте, это Эдди. Фрики волосатые. Ну как это? Ну они точно с приветом и без ответа. У них там при бабах точно. Блин, шершняга, мы пишем историю, и оно... Мы вместе будем творить дичь такую, блин, от которой все караокеры, блин, сами обзавидуются, растворятся, блин, как гнилая кислоза после, блин, тухлого нафиг радиационного, блин, дождя. Мы там на всех нафиг разорвем на фестиваль, блин, отвечаю. Будет добраться до фестиваля. Блин, точняк, шершняк. Ну у тебя, блин, нафиг кашевар в башке, you know? Давай ведь к ваших, блин, интернетах поищу на шоконе на эспрессо. Экспресс. Да, мы уже договорились с РЖД. Да, цены подняли. Эти чудики вряд ли доберутся до мероприятия. Все, давай. Мы уже решили проблему с габардином. Прекрасно. Значит, мы уже на половине пути. Теперь бы хотелось, чтобы на месте секондов волшебным образом появились дорогие магазины. Надеюсь, что вы это устроите. Пора закрыть это сборище фриков. Это программа «Сдохни или умри». Что делать, если до фестиваля осталось совсем немного? Ведь габардин вдруг неожиданно исчез, секунды закрылись, а Таобао Алиэкспресс не отправляет посылки в нашей сегодняшней программе. Оглянитесь вокруг, что вы можете найти дома? Старый батин пиджак, завалявшая, завалянная, залежанная кожанка, шерсть вашей кошки. Из всего этого можно сделать костюм из шик-парик. На всякий случай можно поспрашивать всяких лав у своих корешей. Это проверенный способ команды «Голубые голуби». И сегодня мы попробуем сделать так. Для начала нужно найти кошку. Блин, шершняга. Какая-то фиговина с этим вашим блинским билетом, блин, you know? Я вообще не understand, как нам добираться так сибирская. Да что же это такое? Вы вообще видели цены на билет? На поезд? Как остальные-то добираться будут? Где они только деньги берут? Тоже покупают, наверное. А, ну точно. Вот там я и закажу билеты. Пора собрать чемодан.
Алиса, доложи обстановку. Участники фестиваля испытывают некоторые трудности с подготовкой костюмов, а также затруднительная ситуация с транспортом. Мой профессиональный нос сразу почувствовал здесь запах следов банды «Железные рукава». И я пролью свет на это мрачное дело и выведу на чистую водицу всех причастных. Алиса, не скучай без меня. Я уезжаю в Сибирь. Это программа «Сдохни или умри». Я не сумел поймать четырехлапый шерстяной клубок, но клубок пряжи я все же выкупил у местных бабулек. Пришлось изрядно постараться, чтобы наскрести чеканных монет при данной ситуации с рублем. Осталось только добыть краску для грима из корней горца красительного, корней щавеля, конского или шальника. Как это у всех участников все продвигается нормально? Ты меня не расстраивай такими новостями. Как говорил Круглый, бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. Если мы с этого госзаказа денежки не получим, то это будет твоя вина. Еще раз сюда позвонишь, и я тебе глаза выжгу. Мать звонила. Твоя. Здорово, отец. Не ожидал тебя здесь увидеть. Здрасте. А я тут это на мероприятие пришел, так сказать, культурно просвещаюсь. Вот ты и будешь моим козырем в рукаве. Идем за мной. А как это? Да вы меня тащите. Сейчас он там замутит нормальную фигню, блин, и нас сейчас будем веселить толпу. Ну все, пора прикрывать эту лавочку. Совсем уже с катушек съехали с этими своими мутиками. Ничего, народ за вас все грехи подметет. Шишняк, блин, нифига себе, ты окислос, блин, если походу токсификация, все нафиг сгоняется, эти демонические, черные, блин, богини. Ты вообще отстойник, блин. Я тебе, блин, точно нафиг еще никогда-нибудь, блин, понял? Ну а чё они наше выступление прерывают? Это программа «Сдохни или умри». И сегодня мы выбираем сдохнуть и умереть. Вот и закончилась эта история. Ее заметет метелью времени. Ведь мы с вами в Сибири. А здесь снег даже в апреле бывает. Сегодня мы с вами продлили наш праздник и отвоевали право проводить подобные мероприятия. А теперь давайте отпразднуем конец этой бредовой сценки. Алиса, включи что-нибудь такое бодрое и веселое, чтобы все заскучавшие проснулись перед следующим номером.